В День российского кинематографа 27 августа ивановцы смогут стать частью всероссийской акции «Ночь кино». В воскресенье 2000 площадок по всей стране откроют двери перед телезрителями. От столицы нашего региона в акции принимает участие только Координационно-методический центр. Здесь будет показано три фильма отечественного производства: «Снежная королева. Огонь и лед», «Время первых», а также «Кухня. Последняя битва». Развлекательная программа стартует в 18:00. Вход на все кинопоказы совершенно бесплатный. Перед этим фильмом, собственно говоря, мы делаем анимационную программу. Она начнется в 17:30. Здесь будут мастер-классы, фотозоны, несколько мы выставим, игры с детьми, анимация. То есть это для семейного, как бы так, для семейной публики. Ну, звонков много поступает. Честно говоря, непрогнозируемое количество зрителей. Но учитывая то, что наш зал вместимостью 420 мест, мы предполагаем, что мест хватит всем.